Нервы, 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 у меня сдают нервы. Сегодня я собираюсь открыть свое кафе для детей. Друзья, присылайте мне свои лайки, чтобы все прошло хорошо. Аня, я уже здесь, а ты только что разговаривала сама с собой? Спасибо, что пришла, Алана, вовремя. Остался 1 час, мы успеем. Я оставила тройню в твоей детской и пришла к тебе, чтобы ты не нервничала. Да, я не хочу, чтобы что-то вышло плохо. У меня много иллюзий на этот проект, и я хочу поделиться ими с тобой и Ритой. А где, кстати, Рита? Добрый день, милые дамы. Пришла королева пунктуальности. Вы готовы ее увидеть? Рита, ты опоздала на целых 10 минут. Или мы уезжаем смотреть на здание будущего кафе, или ты остаешься здесь и не узнаешь, что случится в этой истории. Понятно? Догоняй нас. Как это я не узнаю ничего? Я стану главной героиней этой истории. Вот увидите. О боже, посмотрите на это чудесное помещение. Здесь будет кафе Hello Kitty. Мы также поставим столики и автоматы с газировкой. Добрый день, дамы. Партнер уже прибывает. Выгружаемся? Да, господин, положите все сюда. Идеальные столики и стулья приехали! Супер! Еще я хочу полочки с разными сувенирами, много ковров, картин, подушечек и милых шариков. Я хочу, чтобы мои маленькие посетители чувствовали себя как дома. В этой комнате будет игровая. Дети устроят танцевальные поединки, а мы поставим телевизор и игровые приставки. Здесь будет мой офис, чтобы решать важные вопросы и оформлять VIP-приглашения для знаменитых детей. Аня, мебель уже приносят. Очень вовремя. Я рада, что все идет по плану. Как мило получилось. Я бы точно зашла в такое кафе. Особенность кафе заключается в том, что сюда могут прийти только дети. Но мы же далеко не дети, Ань. Именно поэтому нам нужно найти персонал, который примет образ главных героев. А зачем кого-то искать, когда лучшие друзья могут помочь? Мне было бы интересно в должности кассира поработать с кассовым аппаратом и выдавать счет клиентам. В таком случае я займу позицию метрдотеля, чтобы встречать гостей и провожать их к столику. Для моего кафе нужен еще бармен, чтобы готовить детям молочные коктейли. Не знаю, что здесь происходит, но у меня дома закончился сахар. Госпожа Клементина Леру, как вы нашли нас? Новая функция в телефоне для отслеживания передвижения. С каких пор вы стали хорошо разбираться в технике? Мы ищем персонал для моего кафе, а именно бармена. Вы должны знать, что я готовлю самые вкусные молочные коктейли для своих кошечек. Представляю, как кошки госпожи Клементины Леру станут посетителями детского кафе, а я их буду сопровождать к столику. Смешные вы. Мои кошки уже первые клиенты и купаются в бассейне. Будьте осторожны с ними здесь. У некоторых может быть аллергия. О нет, мне нужно срочно позвонить, чтобы очистить бассейн. Госпожа Клементина Леру, давайте заключим с вами сделку. Вы держите своих кошек, а я даю вам должность бармена. Я согласна, но у меня есть тоже условие. Я буду работать по меню, которое сама составлю. Поверь мне, Аня, я отличный бармен. У тебя будет лучшее кафе на свете. Давайте котята со всего мира к ней. Кафе Hello Kitty, добро пожаловать. Столик для дочки президента на день рождения. Понял, принял. Прибудут через час. Отлично, у нас все будет готово. А, девушки, у нас первые клиенты. Дочь президента будет здесь через час со своими друзьями и хочет отметить свой день рождения. Алана, подготовь игровую комнату и диски. Один момент, мы должны надеть форму. Это же идеальное детское кафе. Рита, тебе нужно стать Hello Kitty, так как ты приветствуешь гостей и будешь главным персонажем в кафе. Но я не хочу красить волосы в розовый. Это будет временная краска. Аня, мне страшно, а если волосы никогда не смоются? Тогда придется побрить тебя налысо и ждать, когда волосы заново отрастут. У кого-то сейчас тоже будут розовые волосы. Шучу, шучу. Да и мне не подойдут розовые волосы. А ты кем будешь? Я займу должность официанта и приму образ Куроми.
Ани, если волосы потом не смоются, я из тебя сделаю Hello Kitty. Алана, ты куда там, так как в основном сидишь за кассой. А кто будет оплачивать счет, если посетители дети? Родители детей вернутся за ними и оплатят счет. Ты самый щедрый человек в мире, а твое место – спасение для работающих родителей, которым негде оставить ребенка. Алана, я сейчас заплачу от таких слов, спасибо. Идея открыть кафе для деток фантастическая. Я всегда чувствовала себя My Melody, такая же милая, добрая и общительная. Госпожа Клементина Леру, вы точно о себе говорите? Это мое внутреннее состояние. Почаще его проявляйте в свет, а то назревают сомнения. Кошки чувствуют злобу и не любят вредных людей. В таком случае вы лидер по доброте. Не знаю никого, кто мог бы похвастаться таким большим числом кошек. Добро пожаловать в кафе Hello Kitty. Меня зовут Hello Kitty. Да, добрый день, я президент, а это моя дочь Хлоя. Нужен самый лучший столик и самые дорогие молочные коктейли, а в конце мероприятия большой торт. Замечательный выбор, как у тебя дела, Хлоя? Она не общается с прислугой, простите. Уверена, у меня получится ее разговорить. Сколько планируете пребывать в кафе? Работа до 7 вечера, но я обычно задерживаюсь, поэтому посмотрите за детьми и устройте праздник на высшем уровне. Если нас все устроит, мы заплатим в 2 раза больше. Идеально, я посажу за столик Хлою и буду встречать ее друзей. Хотелось бы сперва поприветствовать шеф-повара. Помимо напитков, дети должны быть сыты. Сможете его позвать? Шеф-повара? Минуточку. Но у нас нет шеф-повара, Рита. Я смогу приступить к поискам только сейчас. Постарайся отвлечь посетителей. Шеф-повар пока что занят, но вы можете его подождать в заведении. Я не намерена ждать. Тогда мы найдем другое кафе. Привет, любимая жена. А где это ты? Я еле нашел тебя по отслеживающему приложению в телефоне. Не надо уходить. Вот наш шеф-повар. Здравствуйте. Приветик. Леон, это президент. Ее дочь будет отмечать в нашем кафе свое день рождения. Понятно, что ничего не понятно. Ну покажите пару блюд. Я должна убедиться, что вы настоящий шеф-повар. Аня, советую тебе поторопиться. Иначе президент закроет наше заведение быстрее, чем я съем пачку чипсов. В кафе работают друзья Hello Kitty, и ты будешь Бац Мару. Все, что я умею, это готовить макароны, и то перевариваю. А спагетти – это итальянская кухня. Я итальянский шеф-повар, готовлю лучшие спагетти на родине. Берем спагетти, берем томаты и получаем спагетти с томатами. Вау, это выглядит чудесно. Другие спагетти понравятся вегетарианцам. Берем тофу, берем спагетти и получаем пасту для вегетарианцев. Вуаля! Берем спагетти, берем курицу, макароны с курицей для милой девушки. Следующий рецепт для непослушной бамбини. Берем спагетти, берем сыр, получаем макарошки с сыром. Вау, мне так нравится это шоу! Мы рады, что вам все понравилось. Можно вернуться в зал. Но-но-но-но, не мешай, жена. Я не поделился моим секретным рецептом. А у вас есть тайное блюдо? Лучшее блюдо, несомненно. Спагетти болоньезе. Попробуйте. Это очень вкусно, ничего лучше нет. Вау, мой желудок празднует, теперь можно работать целый день. Рита, я позвонила на 10 номеров и не нашла шеф-повара. Ой, я уже на кухне, Аня, не волнуйся. Просто на работе отключаю телефон. Да, Бац Мару уже на месте. Что ж, я верю в ваши способности. До вечера. Эй, мелочь пузатая, кому нежнейших молочных коктейлей? Скучно, мне уже 6 и ничего не радует. Сделай пару глотков и улетишь в космос, девчонка моя. А что в нем? Секретный рецепт, знаю только я и мои кошки. Хочу тоже узнать тайный рецепт.
Что у вас случилось? Мы хотим знать все тайны этого места. Но у нас нет тайн. Работница сказала, что есть секретный рецепт коктейля. Это молочный коктейль из мороженого, молока и сиропа. И есть еще кое-что. Это и делает его уникальным. Бабуль, давайте за победу в танцевальном батле вы расскажете мне правду. Леончик, я в шоке от госпожи Клементины Леру. Хочу также зажигать в ее возрасте. Рита, мне нравится твой новый образ. Это временно. Краска смоется. Понятно. А я не поняла. Тебе не нравится мой синий цвет волос? Что ты, Рита? Я обожаю твои волосы в любом цвете. Просто не знал, что ты покрасилась, и было очень неожиданно тебя увидеть. А я тоже не ожидала, что ты так хорошо готовишь. Ха-ха, я победила! Так нечестно, я пожалуюсь маме, и вас уволят. Не уволят, у меня связи. Моя мама президент. Не может быть такого. Госпожа Клементина Леру, что за очередной скандал в нашем кафе? Девчонка говорит, что ее мама президент, но у нас президент мужчина. И правда, это наша фамилия и ударение на первую букву. Я Хлоя президент, а мама Ванесса президент. Папа Майкл президент. Значит, наше кафе не закроют, и мы продолжим расти. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Vanessa, president! Happy birthday to you! Ура! Как хорошо, что день рождения у простой девочки, а не у девочки-президента. Я так сильно перенервничала. Это самый вкусный и красивый торт в моей жизни. А какой нежный крем! Это я готовил. Мой папа вручит вам премию лучшего кондитера города. А кто твой папа? Президент. И премию в 100 тысяч токенов получает мистер Леон. Этого нам хватит, чтобы вернуть долги по ремонту и купить новые вещи для мальчиков. Девушки, уже 1000 запросов от богатых родителей, желающих оставить своего ребенка в нашем кафе. Я и представить не могла, что подруга Хлои, президент, окажется настоящей дочкой президента. Да здравствует кафе Hello Kitty! Да здравствует клуб Тюльпан!